танцы, песни и красивые костюмы. В Пушкинской школе номер 8 состоялся юбилейный концерт ансамбля фольклорной музыки «Веснянка». Коллективу исполнилось 25 лет. Ансамбль назван в честь весны. У нас есть и фольклорный, чисто этнографический репертуар, а также у нас есть авторские аранжировки. Мы будем все перемешивать. Это тоже целый пласт нашей деятельности, нашего творчества. Ну и плюс мы будем переодеваться, потому что мы очень любим наши наряды, как традиционные, этнографические, чистые копии, и даже есть музейные, так скажем, экземпляры, а также авторские. Наши костюмы, которые мы сами разработали, сами сшили. На концерте плясали, били чечетку, играли на балалайке, а также весьма необычном инструменте – на лезвии ручной косы, которую чаще всего используют в быту для покоса травы. Выступления участников включают не только народное пение, но еще импровизацию и сценки из народной жизни. На выступление пришли родители участников ансамбля, а также друзья, выпускники школы. Для каждого это родные песни, ведь когда-то они тоже были участниками ансамбля, и сегодня все вместе подпевали исполнителям. Очень приятно увидеть Елену Георгиевну, потому что такая вот наша была вторая мама, с которой мы открывали не только мир фольклора, но и каждый свой внутренний мир, очень многому учились, в том числе и сценическому искусству, умению подать себя, разговаривать. Это очень пригодилось в дальнейшем, даже вот в построении разных совершенно карьер. В 1998 году музыкант Елена Оленева пришла в Пушкинскую школу номер 8 учить детей пению. В этот же год был сформирован первый состав коллектива. Ее «Веснянка» до сих пор сохраняет культуру славянских народов, в первую очередь русскую культуру. Ансамбль очень бережно относится к этому богатому наследию. «Веснянка» родилась на лавочке на улице Вокзальной, во дворе дома номер 10. Точно. Где Елена Георгиевна стояла с коляской. Я тогда не знала, что это там «Веснянка». Я думала, что там «Лида». А там оказалось, кроме «Лиды», еще и «Веснянка». Поэтому, когда Елена Георгиевна вышла на работу, «Веснянка» сразу вот так вот у нас и стала здесь жить, в нашей школе. Ну да, нам нравится очень, потому что мы ездим на всякие концерты, получаем места разные, это интересно, познавательно. Ансамбль фольклорной музыки «Веснянка» участвовал в международных фестивалях в Сочи, Петербурге, Москве, где завоевал призовые места. «Веснянка» – дипломант первой степени фестиваля «Дорога звезд» на российском конкурсе популярной музыки. Выступления коллектива заслужили признание на фестивалях различного уровня. Алина Рогожина, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.